Привет, Пеппа, что ты делаешь? Я мультики смотрю, а что у тебя за коробка? Это коробка юного испытателя. Ой, мы что-то испытывать будем? Нет, мы сегодня научимся делать лизуна, ты же очень хотела. Ну да, это было бы очень здорово, но мама мне не разрешает дома опыты проводить. Так она ничего не узнает, мы пойдем в ванну. Ну тогда побежали. Мамочка, можно я пойду с Пеппой и Сюзи поиграю? Пока все не доешь, никаких игр. Ой, ладно. Мы что, целую ванну делать будем? Я не знаю, Пеппа, как получится. Берем ложечку бурею и 3 ложечки поливинилового спирта. Ой, какое трудное название поливиниловый спирт. Попросту, Пеппа, это клей. Ты такая умная, ты все знаешь? Нет, Пеппа, я просто почитала инструкцию. А он у нас будет такой бесцветный, как сопли? Нет, мы добавим красителя. Берем синий краситель. Ой, он у нас такой красивый получился. Его так много, целая ванна. Можно даже искупаться. Ой, он растет, его так много стало. Он по всему дому будет. Сюзи, давай его убирать. Вот мы, Пеппа, с тобой и покупались. Сюзи, Сюзи, что же делать? Что в твоей инструкции дальше? Пеппа, а там больше ничего нет. Нужно взрослых звать. Ой, мама! Мама-свинка, спасайте нас! Ой, у меня какие-то сопли в тарелке. Мама, посмотри. Джордж, не выдумывай, кушай. А я не выдумываю, я серьезно говорю. Ну что там у тебя, Джордж? Вот, мамочка, посмотри, какая слизь. Ой, что это за слизь такая мне на голову упала? Мамочка, я же говорил, а мне в тарелку. Мамочка, спаси нас! Ой, Пеппа с ванной кричит. Что-то случилось. Сейчас, Пеппа, я иду вас спасать. Ой, это что такое? Сюзи, Пеппа, что это? Мамочка, не спрашивай. Мы с Сюзи делали лизуна, а он у нас такой гигантский получился. Мы сами не ожидали. Я же просила, никаких опытов. Мамочка, мы больше не будем. Так, а сейчас быстро его в туалет спустим, пока он не расползся по всему дому. Ух, вроде все убрали. Пеппа, больше никаких опытов. Не нужно быть приносилкой. Нет, мамочка, больше никаких. Обещаю. Ну тогда пошлите пить чай и кушать пирожное. Вот это с удовольствием. И я люблю пирожные. Детки, если вам понравилось мое новое видео, подписывайтесь на канал Play for Kids, ставьте лайки и комментируйте. Всем пока!